Ты хочешь услышать историю про чудовищ? Где-то в сумерках среди вампиров и оборотней скрываются еще более страшные и древние чудовища. И они охотятся за тобой, потому что ты особенный. В ее организме обнаружена высокая концентрация лейпрорилина. Думаю, что тот, кто давал ей этот препарат, хотел замедлить ее взросление. Надо держать окна закрытыми. Там чудовище. Да, посмотрите. Она ходит босиком. Это та недоразвитая, которую отец держал всю жизнь под замком? Должно быть, она осталая. Потому что осталась только ты. Ты ищешь таких, как ты. Только что позвонил Ричард Фуллер. Его 18-летний сын Лоуренс тоже был на вечеринке, и он тоже не вернулся домой. Охранника на заводе Гришем загрыз какой-то зверь. У Эллона Форджа нашли в лодке у причала. Зверь напал. Люди из города сказали, что убили каждого из них. Но это не совсем так, верно? Да, отпечаток голой человеческой ноги. Но, похоже, беглец рванул на восток. Где-то в сумерках скрываются еще более страшные и древние чудовища. И они охотятся за тобой, потому что ты особенная. Почему ты не сказал мне, что я чудовище? Энна была ошибкой, как и папочка.